Привет всем еще раз. Мы продолжаем встречаться в нашем эфире с гостями. И не только реально, с теми гостями, которые приходят к нам на улицу или в студию, но и виртуально тоже. И вот сейчас на прямой связи со студией Любовь и Александр Кузнецовы, блогеры и массовики-затейники оздоровительного самоизоляционного мокрого челленджа. Про мокрый челлендж Кате очень понравился. Сейчас Катя задаст первый вопрос. Здравствуйте, Любовь и Александр. Здравствуйте. Доброе утро. Как вам пришла идея обливаться? Я помню, что несколько, наверное, уже лет назад был флешмоб, когда все обливались даже холодной водой на улице. Челлендж, да, дом. Да, это было прям так закаливание. Решили возродить или чем-то будет отличаться? Да нет, все произошло спонтанно. Мы с Любовью прошли тренинг психологического роста. «Спарта Про» называется, и там я познакомился с человеком, который мне предложил: давай обольемся и выложим это, все в местный чат. Ну, мы облились, выложили в местный чат, и я выложил это в Инстаграм и продолжал это делать каждый день, каждое утро, и до сих пор продолжаю это делать. Сначала я обливался один, наверное, с месяц. И на самоизоляции подключилась. Да, и на самоизоляции, ну и не только, как бы начали потихонечку подключаться люди, знакомые, незнакомые, всякие разные. Потом начали писать люди, что начали обливаться, но не снимают это, просто начали обливаться. Вот так это... Беременяшки стали подключаться, потому да. что я в данный момент нахожусь в положении, у нас 18-я неделя. И из Москвы обливается моя подруга, у нее уже 32 недели. Круто. То есть некая оздоровительная эта процедура, смысл, а не только да, флешмоб. В чем? То есть это холодная Конечно. Вода? Или как вы, как вообще все началось? Там определенная температура, потом ниже, как моржи это делают, или как? Нет, я, ну вообще, я слышал, что нужно начинать с ног, а потом тело, а потом голову подключать и воду, да, там, менять. Я не стал ничего заморачиваться, я налил ледяную воду, вышел в минус 20, тогда февраль был, и просто облился, и все. Потом меня, как только первый раз я начал обливаться, первые разы, меня минусинские местные моржи сразу подключили к себе, и я еще и купаюсь в Венесерии. Сегодня уже обливались или еще будете? Нет, мы вас ждем. Давайте, Пойдем, давайте прямо увидеть. Сейчас уже, пока вы готовитесь сейчас облиться, мы бы хотели у вас узнать, много ли к вам присоединилось народа и как вообще это сделать, то есть есть ли какой-то хэштег специальный, где посмотреть и который поставить у себя? Ну, наверное, больше 15 человек, если... Больше 20 даже человек уже обливаются вместе с нами. Uh-huh. Просто отмечают нас в Инстаграме, мы делаем репосты из истории, все, и обливаемся. Нужно просто делать. Чтобы это запустить, нужно просто есть? делать, и вовлекать людей своим примером. Так. Мы готовы Итак, уже это увидеть. Александр, да? Пошел. Какая температура воды там у вас? Ледяная. Ледяная? А вы кричать Я будете? Я спускаюсь за воду, пока... Ну, она не достигнет именно вот ледяной температуры. Пошла. Мужественно. Новое утро! Ура! Я все ждал, будет кричать человек или нет. Ты видел, как мужественно, молча, сильно. Я думаю, все уже, человек привык. Как вас найти в соцсетях? Подскажите тем, кто хочет к вам присоединиться. Мой Инстаграм... Алекс Кузов называется, а у моей жены Любава. Ну все, ждите новых отметок уже сегодня от тех людей, которых вы заразили этой идеей. Спасибо вам огромное. Я думаю, что сейчас для тех, кто хотел когда-то оздоровляться таким образом, самое время для этого.